Рита, долго еще? Чуть-чуть. Серьезно? Королева. Это и есть, ребят. Все, снимаем, снимаем, снимаем. Теперь сядь глубже. Да, глазки, улыбка. Замри. Слушай. Ну и что? А тебе не кажется, что это как-то по-дурацки? Здесь я в красном шарфе, на зеленом диване. В спальне в зеленом шарфе, на красном фоне. Наоборот, контрастно. Читателям нравится. Да твоим читателям все понравится. А вот что нормальные люди скажут? Плевать. Так, Ерофеева я беру себе. Ваня, быстренько ко мне. Так, стой. Что, сейчас мама придет? Да, сейчас придет. Может, тебя даже на выходные возьмет. Ура! Татьяна Юрьевна. Иду. Стой, меня жди здесь. Сейчас вернусь. Разрешите? Простите, вы не могли бы меня пропустить? Я к ребенку опаздываю. Мы все опаздываем. Умная нашлась. Зоча. Я пойду покурю. Че мне тут? Иди. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Мой агент и сейчас ведет переговоры сразу с двумя студиями. Но я не гоняюсь за количеством ролей. Для меня важны образы, созданные мною человеческие жизни. Спасибо. Рита, еще. Я знаю, ты не любишь эту тему, но... Так, по старой дружбе можно? Ну? У вас ведь так и нет детей, это как-то влияет на ваше с мужем? Эта тема закрыта. Все, я устала. А знаешь, сейчас во всем мире модно усыновлять детей. Выбираешь, кто тебе больше нравится, мальчик, девочка, черненький, беленький, и ты уже мать. Кстати, хороший повод для саморекламы. Хватит. Ну что, закончили? Рит, ну мы уже опаздываем. Ну, а если вы вдруг решитесь, я могу рассчитывать на эксклюзив? Что-то случилось? Ничего не случилось. Все отлично. Мы тут о моде говорили. На детей. Спасибо. А чем за ней так бегает? Такой красавчик. И с этой старухой. Обязан ей многим. Тебе не понять. Ерофеев, ты с ума сошел? У тебя есть голова на плечах? Холодно же, дождь идет. Ты что, не видишь? Пошли. Спасибо. Зоя, ну как? Ты че? Да все нормально. Зоя. Я сама пойду. Подожди, Зоя. Как тебя? Зоя! Зоя, ты чего? Я с тобой. Антош, слушай, я обязательно должна быть. Опять буду сидеть одна, как дура, среди вас, мужиков, и слушать ваши бизнес-планы. Рит, на этот раз не одна. Я Любу вызвал, но все-таки твой агент должна быть в курсе дел. И вообще, Рит, ты должна побольше светиться. Светишься, светишься. Никакого толку. Почему? Вчера звонили с предложением. Угу, на пробы звали. Я им что, студентка-выпускница, чтобы пробоваться?
Рит, ну вот запущусь, в производство войдем, и будешь сниматься в главных ролях без проб. Слушай, я все никак не пойму, для чего ты затеял эту студию? Ради моего таланта или ради денег? Конечно, извини. О, извини. Алло? Да-да. Да, едем мы. Вы простите, что опаздываем, у жены фотосессия затянулась. Да, скоро будем. Хорошо. До встречи. Это актриса Шарман. Ну, вузем. Merci bien. За наше общее дело. За нашу знаменитость. За тебя, Рит. За вас, Маргарита Сергеевна. Да. Здравствуйте. Мы немного опоздали. Извините. Вот справки. Не нужно. Вы опоздали? Да, мы опоздали, но мы договаривались, что я могу забрать Ваню на выходные. Вот документы. Одних документов недостаточно. Да, но вы же… Ведь мне нужно быть ответственным человеком. А вы? Я же вас пожалела, согласившись отдать ребенка на выходные. А теперь понимаю, что зря. Да, но мы же… Мы же договорились, Мы договорились, что вы уже не пьете и делаете все, чтобы восстановиться в правах материнства. А пока я ни того, ни другого не вижу. Я думала… Думала она. Подождите. Как не видите? Как не видите? Послушайте, я 5 лет была в реабилитационном центре, но я выздоровела. Я больше не пью. Как протрезвеете? Приходите. А я не пьяна. Вы не пьяны. Ваш муж пьян. Кто день грядущий мне готовит? Так оно ушли оба отсюда, иначе я… Миша! Милицию вызову! Не надо! Милицию не надо! Милицию! Он мне не муж, он мне отец, он вообще не имеет никакого отношения к делу. Подождите. Передайте хотя бы это. Вот. Вот тут краски, фломастеры, альбомы. Я обещала ему. Не муж, не отец. Что ж ты с ним нянчишься-то? Ну, был известным артистом. Но когда это было? Дурой будешь, если не выгонишь. Ай-яй-яй. Сволочь. Да? Ты че? Это ты виноват во всем. Сволочь. Зачем ты пошел? Я же тебя просила, жди у мороз. Ну я же… Господи. Разве я мало настрадалась? Зачем ты пошел? Уйди ты! Салфетку дай. Держи. Антон лицом хлопочет, старается. Молодец. Инвесторы будущего фильма. А хлопотать лицом должна я. По крайней мере, он меня сюда для этого и привез. Ой, Любка, что-то так тошно. Рит, да прекрати. Антон договорился, инвесторы проинвестируют новую картину. Выбирай себе новые роли, какие хочешь, новые образы. Угу. Теперь только мой муж и будет инвестировать в мои роли. Больше некому. Рит, ну я вообще-то тоже как агент не зря хлеб ем. Роли предлагают, но это не всегда то, что тебе хочется. Но они есть. Мы еще в обойме. Ага. Я вообще считаю, что все твои лучшие роли еще впереди. А может, действительно ребенок все исправит? Ребенок? Какой ребенок? Ты о чем? Да нет, ничего.
Это я так. Ну что, пойдем лицом хлопотать. Миша, сделай что-нибудь. Если мне его не отдадут. А что я могу сделать? Я даже не его отец. Зоч. Ты должен бросить пить. Снимем домик на пару дней, натянем сети. Ну, на удочку тоже можно. Главное, чтобы перекормка была. Ну, ладно, хорошо, давай. До завтра. Наберу. Опять на рыбалку? Да. С друзьями на пару дней собираемся. Отдохнуть от дел. Ты знаешь, плохой день на рыбалке лучше, чем хороший на работе. Антон. Я хочу усыновить ребенка. В смысле? Зачем? Чтобы у нас были дети. А, понимаю. Мода на детей. Как в Голливуде. И тебя твой приятель-журналюга надоумил? При чем тут приятель? Я сама хочу, понимаешь? Почему обязательно его усыновить? Зачем нам чужой ребенок? Антон. Ну, я понимаю, да. Ты не можешь родить. Но давай хотя бы этот ребенок будет мой. Найдем женщину, заплатим, и она нам родит. Хочется кого-нибудь оплодотворить, да? Ну, зачем это, Крит? Я думаю, как будет лучше для всех. Ты меня не понял, Антош. Я хочу именно усыновить. Поделиться теплом, счастьем. С тем, у кого его нет. Понимаешь? Ты знаешь, я сам вырос в детдоме. И никто ничем со мной не делился. Я всего добился сам. Понимаешь? Сам. Своими мозгами и своими руками. Так почему я должен с кем-нибудь делиться? Ну, не сам, Антош. Не совсем сам. Маргарита Сергеевна, такая знаменитость в нашем доме. Я даже волнуюсь. А я как волнуюсь. У меня даже голова кружится. Врача? Нет, это возрастное. На каком возрасте речь? Вот, смотрите. Их так много, Антош. Это наши детки. Такие самостоятельные, воспитанные. А вы спрашивайте, я про всех расскажу. Ванечка! А вот этот такой спокойный. Да, это наш Ванечка. А? Он художник, он очень хорошо рисует. Да. Ваня спокойный и уравновешенный мальчик. Он у нас чуть ли не с пеленок, да? Да мы его из дома малютки взяли. Ванечка, иди сюда. Иди, мой хороший. А? Ваня, Иван Антонович, хорошо, правда? Может быть. Ну, побежал.
Что? Берем. Только быстро. У нее деловая встреча. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Я тут документы принесла, те, что вы говорили. Вот, сейчас. Знаете что, Ерофеева? Вы бросили ребенка в роддоме, вот и забудьте о нем. Раньше надо было думать головой, а теперь уже поздно. Ну, вы же сами говорили. Я вот справки. Я все справки собрала. Вот от нарколога, от психолога. Послушайте, тут вот из опекунского совета сказано, что вы обязаны мне позволить общаться с моим ребенком. Там написано, что вы имеете право общаться с бывшим ребенком. А у нас свои внутренние порядки. Так что мы ничем вам не обязаны. До свидания. Подождите. Как же так? Татьяна Юрьевна, я же его мать. А что это ты захотела вдруг матерью стать? А, узнала, что государство комнату к совершеннолетию дает. Да вы что, при чем здесь комната? Так при том, что по документам у вас до сих пор своей жилплощади нет. Мы воспитывали этого ребенка. Все эти годы одевали, кормили. А ты выплюнула его, хвост задрала и пошла пьянствовать, пока все не пропила. А теперь решила мамой назваться. Как язык-то поворачивается. Что вы вообще знаете о моей жизни? Все про вас знаю! Даже не верится, Люб. Скоро меня будут называть мамой. Я уж смирилась. И не думала даже. И тут мама. А ты уверена, что ты этого хочешь? Рита, я уже со всеми договорился. Правда? Угу. Можем завтра забирать. Как хорошо. Антон, ну иди. Нам нужно пошушукаться. Шушукайтесь. Рит, так ты уверена, что ты хочешь усыновить этого ребенка? Это ведь раз и навсегда. Да. Кто будет проверять? Главное, что мы подтвердили факт личного общения усыновителей с ребенком. Таня, ну ты же понимаешь, что это противозаконно. Да послушай ты, у них денег много. Увидишь, и суды, и попечительские советы, все будут готовить документы по ускоренной программе. Ну, ты же видел ее невменяемую. Вот давай ребенка сейчас, и все. Ну что, трудно ей месяц походить с ребенком пообщаться. Да что ты нервничаешь, успокойся. Она же знаменитость, артистка. А у нее все совсем не так, как у всех. Все, договорились, давай. Все, подписывай. Ой, все. Ванечка, заходи, вот мы... а вы свободны. Проходи, дорогой. Ну-ка. Садись сюда. Ваня, мы хотим поговорить с тобой, как со взрослым человеком. Хорошо? Хорошо. К нам пришла одна женщина, которая хочет стать матерью. И для этого она выбрала тебя. Мама Зоя? Нет. Рита Сергеевна. Ой, она такая добрая. Она любит детей. Но мама же обещала забрать меня. Как? Ты хочешь назвать мамой женщину, которая оставила тебя в роддоме вот таким маленьким, когда ты так нуждался в ней? И теперь она обещала, и что? Ну, где она? Ну, вот и где? Ну, нет ее? Нет. А потому что уже забыла. И вот после этого ты хочешь называть ее мамой? Но она любит меня, а я люблю ее. Иван, поверь, мы желаем для тебя только самого лучшего. А самое лучшее для тебя – это... Маргарита Сергеевна. А вот она будет настоящей матерью. Я понимаю, она тебе кажется чужой. Но ты к ней быстро привыкнешь. А она тебя уже любит.
И тебе только нужно ответить тем же. Хорошо? Огромное спасибо за помощь нашему фонду. Ну, снимай, снимай. И еще. Еще. Если что, какие-то вопросы, обращайтесь, звоните. А ты нас вместе. Рит, поехали. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Даже не ожидал, что все так быстро. Ну что, вы такая знаменитость, и все быстренько. Да. Как вы думаете, мальчик ко мне привыкнет? Обязательно. Он такой смышленый. И потом он так мечтал, об этом так мечтал. Он вас уже любит. Правда? Да. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо вам огромное. Ванечка, ты меня не забудешь? Так, все отошли от забора, быстро! Сколько? Почти минута. Ура! Я побил свой рекорд! С самого утра более 100 орудий начали артиллерийский обстрел позиций левого фланга. Одновременно с началом обстрела Антош, под прикрытием... сделай, пожалуйста, потише, у меня в голове шумит. ...отвлекающую атаку на центр позиции двинулись дивизии. А вот и мы. А кто это к нам пришел, а? Паня, какой хорошенький. А какой чистенький. Ну, пожелаю родителям спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Антош. Натиск первых рядов был остановлен. Угу. И завязался жестокий рукопашный бой. Ну что ж, сладких тебе снов. Иди спадки, малыш. Обнаружив слабость Доброй левого ночи. Фланга, император решил нанести по нему главный удар. Почему ты не пожелал ребенку спокойной ночи? Не имел таких сильных естественных препятствий перед фронтом, как правый. Ты что, ничего к нему не испытываешь? А что должен к нему испытывать? Еще более... Ты так много сделал для того, чтобы он здесь появился. Так быстро оформил документы. Ты молодчина. Замысел главнокомандующего состоял... Я терплю его только ради тебя. Так что, прости. Сохранить свои войска для дальнейших сражений. Ты должен полюбить его как своего. Как люблю его я. Хорошо. Я буду говорить ему доброе утро и спокойной ночи. Ну, подожди, ну что ты, не ревнуй. Он мой ребенок. А ты мой любимый мужчина. Правый фланг переправился через реку и, зайдя в тыл, вызвал замешательство в стане противника. Выключи эту чушь. У меня действительно голова болит. Обе стороны понесли ощутимые потери. Да, улыбаемся. Счастливые. Ближе, ближе, лица, ближе. Молодцы, молодцы. Отдохнем немного. Ты не устал, малыш? Не устал? Антоша. Давай. Семейная фото, втроем, все вместе. Этот мальчик вам очень идет. Нет, нет, спасибо, без меня. То есть? Ты этого хотела? Вот и развлекайся. То есть? А, Ванечка, иди поиграй, иди. Ага. Ну, как мы получились? Отлично, но мне кажется, втроем было бы лучше. Да. А как тебе мой сын? Бомбовый. Правда? Слушай, бомба, Ритуль. У меня эту статью раскупят даже те, кто меня ненавидит. Спасибо тебе за эксклюзив. Спасибо. Знаешь, Володь... Это тебе спасибо за совет. Я как-то стала совсем по-другому себя чувствовать, когда появился Ваня. Ну вот, как-то совсем по-другому. Как будто во мне появилось что-то новое, то, чего никогда не было. Что ты надел, гаденыш? Папа, я не хотел! Не надо! Антон, ты знаешь, сколько стоит? Ты урод! Антон! Ты знаешь, я спрашиваю! Прекрати сейчас же, Антон! Не трогай меня! Да что ты делаешь? Да ты! Ваня! Ванечка, подожди! Антон! Ворот открывай! Подождите! Стойте!
Женщинам что, жить надоело? Я мама Вани Ерофеева. А, только знаете, у нас дети, у которых нет мам, к сожалению. В Опекунском сказали, чтобы восстановить материнские права, я должна видеться с ребенком, общаться с ним. А Мамаева, Татьяна Юрьевна, она меня даже на порог не пускает. Я вас очень прошу, позвольте мне хоть на минутку его увидеть. Я рад бы помочь, но Вани Ерофеева у нас уже нет. Как нет? Что случилось? Где он? Ничего не случилось. Его мы просто перевели. Куда? Зачем? Я не имею права разглашать подобную информацию. Я так много сказал. Извините. Я вас очень прошу. Если там деньги нужны или что, я все сделаю. Только скажите, где он? У нас только дети, у которых мам нет. Все. Все. Алло, привет. Ты где? Я еду к тебе. Пройдите. Ну, поднимитесь, да, чуть-чуть. Ну, куда ты лезешь? Доброе утро. Здрасте, здрасте. Мишка, а? Чё проходим? Иди к нам, поправь здоровье. Ну, иди, смелее. Доброе утро. Почему не пьем, не любим? Ну, давай, давай. Ваше здоровье. Давай. Хороша мерзавка. Что за черт? Черт твоя. Миш, ты че? А я... Ерофеева. Здрасте. Оштрафуй в чертях собачьих, будешь знать. Да погоди, работу забери свою. А, да. Здоров, Михалыч. Привет, Миша. Слушай, я к твоей хозяйке. По делу. Впустишь? Она ж запретила, ты же знаешь, тебя пускать. Да я знаю, Михалыч, знаю. Просто у меня к ней очень серьезный разговор. Не детский. Ты так и скажи, не детский, хорошо? Попробую. Николай Андреевич. Да. Посмотрите, пожалуйста. Что тут? Это удобная, практичная детская одежда. И недорогая в производстве. Посмотрите, может быть, наше начальство заинтересуется? Ерофеева, занимайся своим делом. Прошу. С удовольствием.
как же мы тебя любили, Маркелов. Господи, каким же ты был героем, какие баталии вспыхивали, а? Даже не верится, что я когда-то была так счастлива с тобой. А сейчас счастлива? Или как тогда потянула на новые яркие впечатления, а? Тебе всегда было мало того, что у тебя есть. Ты зачем пришел? Так ты чё пришел? Отменный кофе. Крепче ничего не будет. Говорят, у тебя появился ребенок. С каких-то пор ты стал интересоваться детьми? Ты же всегда становился бешеным, когда узнавал о моих беременностях. Я об этом мальчике и журнала Ваня. Маркел, тебе что, тоже не хватает ярких впечатлений? Какое твое дело? Это пиар-ход. Ну, или акция. Нет, я его действительно усыновила. Но тебе этого не понять. Ты давно уже утратил все свои остатки человечности. Давно их пропил. А ты знаешь, что этот мальчик? Сын моей подруги. Ты что, умом тронулся? Я усыновила мальчика, от которого отказались еще в роддоме. И передай это, пожалуйста, своей подруге. Так, все, аудиенция окончена. Рита, послушай. Послушай, ну возьми себе любого другого. Ну тебе-то что? Ты должна отказаться от этого ребенка. Ты поняла? Я тебя прошу, я тебя по-человечески прошу, откажись от него. Ты меня уже когда-то просил по-человечески. И что бы я ни делала, у каких бы врачей ни лечилась, все бесполезно. Я бесплодна, ты понял? Только не надо меня в этом упрекать. Ты сама затевала все эти аборты, сама. Все. Я мать этого ребенка! Пошел вон отсюда! Рита! Риточка, что с тобой? Что? Рита! Что значит? Он руки убрал от нее! Она руки убрал! Ты что с тобой? Ты что с ней сделал, а? С ней же ничего не сделаешь! Ты щенок! Антон, оставь что? Его! Я тебе сценарий привезла. В этом ребенке она обрела счастье. Ну, надо же, а? Каким бы Володька хамом ни был, но пишет он отменно, это у него не отнять. Да уж, тут он постарался. Рит, ну как ты? Может, все-таки врача вызвать? Да нет, все хорошо. Ты мой защитник, да? Ну, ладно. Почему вы дядю Антона защитником назвали? Он что, герой какой-то? Ну, можно и так сказать. Ванечка, один злой дядька, он ворвался во двор и хотел напасть на твою маму. Да. Тетю Риту. Тетю Риту. Ну да. А дядя Антон, он взял и прогнал этого бандита, понимаешь? Ага. Тетя Рит, а можно я пойду на улице погуляю? Да нет, уже поздно. Ну что ты, Рит? Давай, собирайся, мы все пойдем гулять. Ура!
Ванечка, осторожно там! Хорошо! Ваня! 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 Мама! Мамочка! Мама! Здравствуй, моя хорошая! Мамочка, где ты так долго была? Я так тебя ждал! Ты меня прости, слышь меня? Прости, что так получилось, ладно? А знаешь, тетя Рита тоже хочет усыновить меня. Ну ты же моя самая настоящая мама! Да! Слушай, мам! Я заберу! А знаешь, я научился делать уточки! Я тебя заберу! Кря-кря-кря! Правда? Это тебе! Ух ты! Нравится? Спасибо, мамуль. Ваня! Ваня, ты что там делаешь? Ванька! Это моя мама! Ванька! Маргарита Сергеевна, вы посмотрите, что творится! Что такое? Антоша! Я тебя обязательно заберу, обещаю тебе. А кто там? Что случилось? Что вы делаете? Женщина, женщина, в чем дело? Мам, не оставляй меня! Я тебя заберу, не слышишь меня? Что вы делаете? Я люблю тебя! Тихо, звоню в милицию. Мама! Она хотела похитить моего ребенка. Да понимаете? Перестань, Рита. Она же его мать. Просто она хотела вернуть сына. Но это не значит, что она преступница. Боже мой. Я выбрала этого ребенка действительно, чтобы защитить от этой матери-алкоголички. Я ответственна перед обществом. И потом я не понимаю, почему я должна тут отчитываться перед вами. Она нарушила закон. Так, все. Оформляем дело. Проникновение на чужую территорию с целью похищения ребенка. Подавайте заявление. Рит, нам невыгодно подобная огласка. Это может повлиять на твой имидж. О, да. Вы знаете, я не такой уж зверь, каким меня здесь хотят выставить. Мы не будем заявлять. Но к ребенку моему пусть не приближается, ясно? Рит. Зоя. Все нормально. Мы договорились. Заявление она не написала. Ее тоже можно понять. Она же не виновата, что бесплодна. А ты еще сможешь родить? Подонок ты. Устали. Понимаешь? Зоечка. Не смей. Все кончено. Без него все кончено.
Должен быть выход. Должен, слышишь? Какой? Господи. Вань, ну почему у тебя все разбросано? Ну, надо убирать за собой. Хорошо. А вот и мы. Здравствуйте. Всем привет. Работаем. Соскучились? Снимай. Антон, только не сейчас. Я имею право на отдых, хоть иногда. Мы будем сниматься втроем. Ты ведь этого хотела? Да, но надо предупреждать. Я что, пустое место? Я тебе говорил. Рук не держим. Когда? Я не помню. В любом случае, сегодня съемок не будет. Рита! Рит, я вкладываю в тебя большие деньги. Антош, я устал, что на меня из каждого унитаза смотрит объектив. Тетя Рит, тетри! Да отстань ты от меня! Я сказал, значит, будешь сниматься. Понятно? Боже мой, ты что? Ваня, перестань. Ваня, прекрати! Ваня! Прекрати, я тебе говорю! Он рассек мне бровь! Ваня! Покажи камеру! Дядя Антон, пожалуйста! Дядя Антон! Дядя Антон! Пожалуйста, сиди, не топ. Надо! Щенок. Подвиньтесь. Ну, немножко. Аккуратней. Возьмите, пожалуйста. Ну, давайте. Спасибо. Спасибо. Все, пока. Ну, что ж, неплохо, неплохо. Давно начали? Сразу после училища. Угу. Да, кстати, вот диплом об окончании и... Диплом конкурса «Модельер года». Угу. Правда, потом был перерыв. А с чем связан? Ранняя беременность и сложный период, неудачный брак. Потом как-то все оборвалось в один момент. А теперь я снова хочу вернуться к работе. Я могу быть закройщицей, могу быть конструктором. В общем, только возьмите. Я наводила вас справки, Зоя. Вы замужем были за наркоманом. Вы ребенка бросили в роддоме. Так что все ваши заслуги ничего не стоят. Мне плохо. У меня кружится голова. Давай я вызову врача. Не надо. Или надо, вызывай, Господи. Антон! Что? Этот мальчик. Я устала от него, понимаешь, устала! Ванечка. Ну все, пойдем отсюда. Пойдем. Объясни мне, Иван, что происходит? Мы забрали тебя из детдома. Делаем все, чтобы ты не чувствовал себя ущемленным. А ты? Вот смотри, у тебя есть игрушки, велосипед, машина. Ну что нам еще сделать, чтобы ты нас полюбил? Покажи, не бойся. Я рисовал вам рисунок. Хочу показать его вам. По закону, это не ее ребенок. Она отказалась от него в роддоме и подписала все документы. Да она родила его. Родила. Он же ее копия. Вы просто его не видели. Да поймите вы, у них даже поведение, жесты одинаковые. Все, все. И рисует он так же хорошо, как она. И после этого вы мне говорите, что это не ее ребенок. Поведение, жесты – это все актерство, эмоции. Вы же понимаете. Вы, кажется, сами в прошлом были артист. Ну при чем здесь артист, артист? Ну мы же с вами люди, не манекены. Ну как можно без эмоций? Так вот, господин артист, нужно без эмоций. Суд не рассматривает эмоции. Суд рассматривает законно или незаконно. Вам это понятно? Ёперный театр. Вы что-то сказали? Да понял, говорю, понял.
Ну, если вас не пугает позднее время. Нет, не пугает. Да, а дети у вас есть? Да. А, то есть, нет. Ну, вот и прекрасно. Завтра можете приступать к работе. Всего доброго. Спасибо. Ой. Аккуратнее. Извините. Надо. Алло? Алло? Ты меня любишь? Конечно. Что за вопрос? А где ты был в ту ночь, когда не ночевал дома? А? У любовницы. Правда? Да. Только что звонила какая-то женщина. Когда я ответила, она положила трубку. Это она? А если положили трубку, почему ты думаешь, что это была женщина? Ты у нее ночевал? Нет. Я ночевал в гостинице. Ты что, мне не доверяешь? Просто тогда я сильно на Ваньку разозлился. Рит. Тихо, Антон. Можно? Спокойной ночи, дядя Антон. Спокойной ночи, тетя Рита. Извините, что я расстроила вас сегодня. Я больше не буду. Ну вот и молодец. Нужно слушать, что тебе говорят. Мы же о тебе заботимся. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброй ночи. Вот, смотри. Если у ребенка есть родители, то их согласие является обязательным условием усыновления. Да, а вот тут, если мать отказалась от ребенка после его рождения, то… Знаешь, даже если у меня не будет ни одного шанса, я все равно буду бороться. А вот и я! Антон, а может, все-таки поедешь с нами, поддержишь меня на съемках? Рит, ну ты знаешь, много работы. А мы с Ванькой потом подъедем. Ну, не скучай, Ванечка, не скучай. Все, все, поехали, поехали. Да, поехали. Ерофеева, иди распишись. Сейчас. На. Николай Андреевич, мне нужна официальная работа. Я хочу устроиться с трудовой. Ты же знаешь, как руководство к этому относится. Ну, Николай Андреевич, ну поговорите с ними, пожалуйста. Ладно, попрошу. Спасибо. Привет. Привет. Ванька, знакомься, это тетя Лариса. Ты Ваня? Да. А я Лариса. Давай, беги в дом. Сегодня он наш. Ты зачем с собой малого притащил? Ну, вообще-то, он мой теперь сын. Эй, вы идете? Одинокий дом престарелых. Сын. За тобой будет ухаживать. Уверен, тебе понравится. Прощай. Он садится в машину, уезжает. Она с пластикой, убитой горем матери, падает духом. Машина уносится вдаль. Мать, дай бог счастья тебе, сынок. Бред какой-то. Я как-то совсем не ощущаю, что у меня есть сын. Я даже не вспоминаю о нем. Может, я еще не готова быть матерью? Ритуся, это ты роль повторяешь или спрашиваешь? Я констатирую.
О, но видишь, все-таки согласились изменить возраст твоей героини. С завтрашнего дня будешь сниматься в новом фильме. Выходных что, не будет? Ну, будут, прекрати, не переживай. А если бы это был мой родной ребенок, я бы забыла о нем. Мне кажется, просто нужно больше времени. Привыкнуть и тебе, и ему. Он весь чужой, понимаешь? Он даже пахнет чужим. Ну, я не знаю, Рита. Уделяй ему больше внимания, да все наладится. Не уйдешь. Все. Пойдем, мой хороший. Эх, здорово здесь. Угу. Ванечка, беги, места занимай. Только самый лучший. Ага. Вау. Чудной пацан. Угу. Взрослый совсем. Я понимаю, почему эта старуха его усыновила. А вот зачем тебе это нужно, непонятно. У тебя вполне могли бы быть свои дети. Собственные. Шашлык буду, можно? Ну, конечно, можно. А они будут называть тебя папой. Я тоже буду шашлык. Я тоже буду шашлык. Начали. Давай. Я сейчас. Все, я уже не могу есть. Давай спрячем. Ага. Бери укроп, давай. Накрывай шашлык. Дарит, что-то случилось? Антоша, ты совсем не звонишь. Я очень соскучилась. Ты занят? Ну да, но ты же знаешь. Да и Ваньку заодно прогуливаю. Надо же. У меня скоро выходной. Заберешь меня? Ну, не знаю, может быть. Если получится. Мне очень грустно без тебя. Ну, ладно, хорошо. Давай, до встречи. Ванюш, скажи, а ты свою настоящую маму знаешь? Ага, она меня скоро заберет. Как заберет? А ты откуда знаешь? Взрослые вещи, какие-то бумажки нужны. Вот она их и собирает. А как все соберет, то меня и заберет. Тебе привет от мамы Риты. Спасибо. А ты проиграл. Да. Ух, так нечестно. Спасибо. Приходите. Зоча. Ой, здрасте. Здрасте. До свидания. Зоча, я нашел. Слушай, смотри. Вот по правилам. Усыновители должны лично познакомиться с ребенком и общаться с ним не меньше месяца. Слышь? Месяца. А суд исследует обстоятельства этого общения. Ну, этого не важно. Ну что? Как что? А нашего Ваньку усыновили быстро, очень быстро, подозрительно быстро. И это зацепка. За такое короткое время контакт с ребенком не мог быть установлен. Не мог быть. А что из этого следует? А? Усыновление-то незаконно. И я буду доказывать в суде. Я докажу им, что нашего Ваньку усыновили незаконно. Незаконно! Ты обещал не пить. Почему ты не бросаешь свою старуху? Не лезь куда не нужно. Можно подумать, ты у нее на содержание. Иначе какие могут быть причины? Я люблю ее. Эта причина подходит тебе? А за что ее можно любить? А за все. Она помогла мне стать тем, кем я есть. Понятно? Я к Ваньке сейчас вернусь.
Чего не спим, Ваня? Сейчас, секундочку. Мама Рит звонила. Привет передавала. Спасибо. Вот. Ух ты. Молодчинка. Ты знаешь, Ванюх, только это, маме Рите, ты не рассказывай, как мы тут, с кем, м? А то она расстроится вдруг. Хорошо? Хорошо. Она хорошая. Я ее очень люблю. Между прочим, я ведь тоже, как и ты, все детство в детдоме. Да ну? Да. Я такой маме, как Рита, только мечтал. Так что тебе повезло, Ванюха. Ну, давай, давай. Закрывай глазки и ложись спать. Давай, давай. Все, закрывай глазки. Спокойной ночи. Пап, не уходи, мне страшно. Пожалуйста. Ну, ладно. Спасибо. Ну, тогда свет выключай. Окончено. Ой. Риточка, ты, как всегда, спасибо. Великолепно. Гениально. Спасибо. А когда покажут этот фильм? Даже не знаю. А может, лучше и не смотреть вовсе? Почему? Ах, Галочка, я когда смотрю материал, у меня такая депрессия начинается. Ну ее. Ну, как у нас тут дела? У нас все замечательно. Где Антон? А мы играем. Играете? Ну да, с Ваней. Ой. Совсем что-то я заработалась. Ой, вы знаете, Антон Алексеевич так подружился с Ванюшей. Замечательно. А где он? Играет. Нет, Антон. Антон где? А, Антон Алексеевич на работе. Как я боюсь. Боюсь тебя. Галочка, у нас есть нераспечатанные подарки? Да, в кладовке. Принесите. Все? Нет, один на сейчас. Хорошо. Ну, иди ко мне. Ой, как я соскучилась. Иди сюда. Вы знаете, мы с дядей Антоном были на природе. Да. Ели шашлыки, стреляли с арбалета. Да ты что? И знаете, он дал мне выстрелить, и я попал в десятку. Представляете? Какой молодец, а? Ну, какой подарок, нравится? Класс. Мы с Ванькой очень здорово провели время. Все-таки природа, свежий воздух. Если бы ты видела, как он шашлык лопал. Ты знаешь, с ребенком играть нужно, общаться. Тогда никаких проблем. А что ко мне не заехал? Ты же обещал. Ну, знаешь, не хватило времени. Ну, иди ко мне, любимая. Ты же у меня умница. Ты знаешь, у меня там пару документов назад нужно подготовить. Так что ты ложись без меня, хорошо? Я скоро. Угу. Оп. Ванечка, кушай, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. А что, Антон, не говорил, где он? В офис уехал, по делам. А когда вернется, не говорил? Не хотел вас будить, сказал, перезвонит. Вань, ну что ты ковыряешь в тарелке? Ешь кашу, Вань. А я не хочу. А я тебе говорю, ешь. Mm-mm. Ваня! Ну-ка, иди сюда. Ты почему не слушаешь, а? Я тебе сказала, ешь, значит, ешь. А я не хочу. Алло.
Добрый день, Маргарита Сергеевна. Это звонят вам с киностудии «Шамотенко и партнеры». Да, я прочитала ваш сценарий. Угу. И, честно говоря, это дерьмо собачье. Но, Маргарита Сергеевна, мы же с вами еще гонорар не обсуждали. Вы знаете, меня денежный вопрос не интересует. Вот я просто не хочу в этом сниматься, и все. Мы сами, конечно, понимаем, что это галиматья, но если вы откажетесь, то и фильм пропадет. И деньги пропадут, и вообще все впустую. Ну, знаете, финансировать кино – это тоже профессия. Вот что я скажу. Маргарита Сергеевна, вы же понимаете. Что поднять этот материал на достойный уровень сможете только вы. Хорошо, я согласна. Вот так, Катя, надо работать. Спасибо. Как будет клевать, сразу подсекай. Ага. Понял? Я сейчас подойду. Хорошо. Тош. Что? Ты будешь отличным отцом. Спасибо. Спасибо. Послушай, а чего ты с чужим ребенком нянешься? Давай я рожу тебе сына. Мы уже с тобой об этом говорили. Но ты же мне не ответил ничего. Тяни, тяни, давай! Антон! Давай! Давай, если я скажу тебе, что я беременна? Ну, мы же прекрасно знаем, что этого не может быть. Ну, и все-таки, если вдруг я забеременею, то что? Ну, значит, сделаешь аборт. Ванька, я уже иду, сейчас мы ее поймаем. Сейчас. Ну, давай, давай мне. Я надеялась, что мы справимся, понимаете? Я, мой муж, Ваня, что мы станем одной семьей. Но я не справляюсь, понимаете? Не справляюсь. Может быть, мне и не нужно было этого. Простите, ради бога. Сейчас у вас полноценные права родителей, и вы в обычном порядке можете от них отказаться. Главное – предоставить суду веские основания. Какие основания? Что я не смогла стать матерью? Эти основания? А что скажет общественность? Я же публичный человек. А вам что-нибудь известно о родителях ребенка? Об отце ничего. Мать была алкоголичкой. Прекрасно. Отсутствие взаимопонимания в силу личных качеств ребенка. А что, это есть в законе? Если суд признает мальчика социально опасным в силу генетической предрасположенности, умственно неполноценным, тогда мальчика надо будет изолировать в специальное заведение. Вы что, объявите его умственно неполноценным? Ущербным? Но если это надо для дела, вы же мне платите, не он. Так что? Мы начинаем процесс отказа от ребенка. Я должна подумать. Ларка, привет, а тебе не позвонила-то? Случилось что? Мне кажется, что образ любящей матери я создала неплохо. Во всяком случае, съемки уже закончились, и осталось ждать, что скажут зрители. Ну, а сейчас я работаю над новой ролью. Это будет образ молодой, независимой женщины. Процесс только начался, поэтому что-либо говорить пока рано. Спасибо, Ритуль. Сил больше нет. Вообще-то,
Вообще-то это ты виноват, что я оказалась в такой ситуации. В какой ситуации? О чем ты говоришь? Этот мальчик. Я, наверное, должна отказаться от него. Он выводит меня из моего привычного образа жизни. Я даже, прежде чем зайти в комнату, я заглядываю туда. А вдруг он там? Антон стал с ним возиться. Раньше он приезжал ко мне на съемки. Забирал меня каждый день. А теперь? Не может же быть все так плохо. Должны быть какие-то плюсы. Не знаю. Возможно, этот ребенок действительно с тяжелой наследственностью. Возможно, он действительно социально опасен и разрушает все вокруг себя. У пацана появилась своя комната, появилась куча игрушек. Вот его и понесло, Рит. Понимаешь, если быть до конца откровенным, дело даже не в нем. Ему нужна мать, а не куча игрушек. А я уже не могу быть матерью. Не могу. Опа. Но если об этом узнают, тебя даже осуждать не будут. В тебя будут просто бросать камни. Я на него потратила 3 года, мама. 3 года. Он мне каждый день обещал бросить свою старуху, понимаешь? Все завтраками кормил. Ни да, ни нет, ничего. Ну, 3 года потратила, теперь что? А теперь они ребенка завели, усыновили. И расставаться, судя по всему, не собираются. А я ему говорю, давай я тебе сына рожу. А он своего, будет свой ребенок. А он не хочет. Ну, у меня же тоже гордость есть. Ну, Ларочка, ну спасибо Антону, что хоть дом этот подарил, а то жили бы на пепелище. Господи, да я ему за этот дом уже втройне отработала, мам! Ну, перестань. Да чего ты? Ты себе еще другого найдешь. Ты же у меня, слава богу, еще не старуха. Кстати, тут Колька еще не женился. Ой, спасибо. Спасибо за Кольку. Мама. Да. А ключи от сейфа Антон оставлял? Нет, не оставлял. Тебе зачем? Ларочка, Лара, Лара, ну что, Лара, ну что ты делаешь? Ну перестань, это же не наши деньги. Лара, это нехорошо. Мама! А ты что, попользовался мной и бросил? Это хорошо? Это по-твоему как? Отлично, да, просто? Ну перестань, ну успокойся. Это замечательно, мамочка. Да, это скандал. Скандал? Это сенсация. Это сенсация. Вопрос в том, кто ее опубликует. Ну, а доказательства этой исповеди? Плюс? Диктофонная запись разговоров. Все честно? Ладно, уговорил. Деньги. Ну, пока, Вова. Тук-тук. Коль. Привет. А? Лариса? Да.
Привет, а ты как здесь? Неважно. А ты совсем не изменился. Ты тоже. Твоя? Да, нет, моя вот. Это так. А как здесь дверь открывается? Вот так. А вот так? Да. Это... А ты как? Надолго к нам? Надеюсь, нет. Ванька, ты рюкзак свой собрал? Ага. Ничего не забыл? Не-а. Смотри-ка. Да. Привет. Ты что, обиделась? Да нет, что ты обрадовалась? Вот это, извини. Да пошел ты. Слушай, там у твоей матери кое-что мое осталось. Так приедь и забери. Или в глаза стыдно смотреть. Да ладно, не начинай. Ладно, я вечером буду. Пока. Привет. Лара. Слушай, ну мы же с тобой все время ладили. Угу. Ну ты же ни в чем не нуждалась. Давай пусть так все и останется. Ключи давай. О, так ты хорошо подготовилась. Да, хорошо подготовилась. Давай ключи. Убил человека. Что вы сказали? Я убила человека.
Здравствуйте. Вы раньше приехали? Да, раньше приехала. Просто очень домой захотелось. Теперь буду валяться на диване. Целую неделю ничего не делать. А где Антон? А Антон Алексеевич с Ванечкой как уехали на пару дней на рыбалку, так до сих пор нет. Угу. Я еще раз спрашиваю, почему ты сбежал? Ну, что случилось, Ваня? Скажи хоть что-нибудь. Надо звонить в милицию. Да. Подожди ты в милицию. Сами разберемся. Приятного аппетита. Не торопись. Ешь на здоровье. Ешь, сынок. Алло, Антон? Нет. Это вам из детдома звонят. Да-да, извините. По поводу Вани. Я слушаю. Все дело в том, что Ваня у нас. Понимаете, пришел весь грязный, ободранный, ничего не говорит. Как у вас? Ну, так вот. Он же был с моим мужем. А где Антон? Антон с ним? Антона нет. Проходите, пожалуйста. Что происходит? Маргарита Сергеевна, тут... Что делать с Ваней? Вы, Маргарита Сергеевна Руднева. Да. Вам необходимо проехать с нами. А что случилось? Дело в том, что ваш муж, Антон Алексеевич Рожков, погиб. О, Господи! Скорую, быстро! Маргарита Сергеевна! Маргарита Сергеевна! Выступает народная артистка Маргарита!
Зоя, я не знаю, хорошо это или плохо, но, может, тебе это поможет. Риточка, ну как ты? Мы хорошие, надо держаться. Жизнь-то ведь продолжается. Люб, я прошу тебя, проводи Антона как следует. Я не смогу, я не выдержу. Я все понимаю. Ты, главное, не волнуйся. Маргарита Сергеевна у нас здесь. Ну, как себя чувствуете? Уже лучше, спасибо. Голова не кружится? Да нет. Галлюцинации, видений больше нет? Ну вот и отлично. Доктор, у меня что-то не так? Нет, нет, все хорошо. Просто нужно сделать дополнительное обследование, УЗИ. А вам нельзя волноваться. Главное – покой. Отдыхайте. Идем. Я на секундочку. Доктор, простите, простите. Скажите, пожалуйста, скажите. Дополнительное обследование вот это. Это зачем? Мы проводим обследование, чтобы видеть полную картину. Это все, что я вам могу сказать. Простите меня, ради бога, скажите. А вот эти видения, галлюцинации у Риты, как вы считаете, это серьезно? Когда Маргариту Сергеевну к нам привезли, она везде видела Антона. Она натура впечатлительная, восприимчивая. И после такой исповеди, которая у нее была, да еще и потерять мужа, это и для сильного человека стресс. Простите, после какой исповеди? Извините, вы это все из прессы узнаете. Спасибо. Извините. Миша, срочно приезжай на Горького. Да, я буду ждать тебя там. Люба, привет. Мне очень жаль. Ну, как она? Прекрасно. Отлично. А где палата? А тебе туда нельзя. То есть? Вынюхивать пришел. Я понимаю, это твоя близкая подруга, но, может, не стоит так? Твоя работа. А, нет. Это журнал наших конкурентов. Я это... по глазам вижу, что твоя. Предательский почерк чувствуется, слышишь меня? Вали отсюда, понял? И чтобы я тебя больше в зоне никогда не видела. Никогда. Понял меня? Я понял. Если бы не я, о ней бы вообще никто не вспомнил, ясно? Только благодаря мне они еще говорят. И вот это ваша благодарность. Миша! Зойча! Ты представляешь? Что случилось? Она сама от него отказалась. Кто? Она написала, что он ей больше не нужен. А, Володька. Я так и думала, что он записывает наш разговор. Я, наверное, даже хотела этого. Это лучше, чем бы я врала и притворялась перед ребенком. Я думала, все расскажу, и легче станет. А оказалось, словами душу не облегчить. Нужно что-то сделать. Риточка, вот делать как раз ничего не нужно. Ты лежи, поправляйся, набирайся сил. Тем более скоро у нас предпремьерный показ. Тебе обязательно на нем нужно быть. Хорошо? Люб, свяжись, пожалуйста, с детдомом. Пусть Ванька у них пока побудет. У этого ребенка действительно тяжелая наследственность, и я больше не могу заниматься его воспитанием. Вот это она сама говорит. Секундочку, ему нужна мать, а я теперь не могу быть его матерью. Ну, так вот, вот мать этого ребенка. И она всей душой жаждет материнства. Да, это заявление уже серьезно. Я могу начать дело об усыновлении. Изучу. Ой, Зою восстановят в родительских правах, да? Но журнал – это не документ. Ну, она же сама говорит, что отказывается. Маргарита Сергеевна Руднева должна официально отказаться.
Маргарита Сергеевна, скажите, у вас внезапная усталость, приступы депрессии бывают неожиданно? Да. Боли в суставах? Почему вы спрашиваете? Это естественно для моего возраста. Маргарита Сергеевна, это все симптомы. Обратились бы вы на года два раньше. Теперь уже процесс необратим. Доктор, можно поточнее? Не беспокойтесь. Говорите, как есть. Все самое страшное в моей жизни уже случилось. Это гепатит С. Говоря простым языком, рак печени. Благодаря свойству маскироваться под видом других болезней, он еще называется ласковым убийцей. И что? Ничего нельзя сделать? Болезнь относится к разряду неизлечимых, хотя мы пытаемся оперировать. И если вы согласны на оперативное вмешательство, лечение надо начинать немедленно. Но гарантий никаких. А если без операции? Может быть месяц, может быть 5 лет. Как Бог даст. Хорошо. Я сообщу вам о своем решении. Маргарита Сергеевна, я буду ждать вашего звонка. До свидания. В эфире «Светские байки». И самая скандальная новость недели – это возвращение в детдом мальчика Вани, которого усыновила известная... Пусть будет. Сделай погромче. Я же должна знать, что обо мне думают люди. Которая пожертвовала всем ради своего ребенка. Сын героини достигает успеха и благополучия, но оставляет мать в доме престарелых и вскоре забывает о ней. А что же произошло в реальной жизни артистки? А в реальной жизни она усыновила мальчика из детдома и вскоре словно бракованную вещь вернула назад. Хотя официально дирекция детдома не... Директор детского дома звонит. Но мы побесед... Я сама с ним поговорю. Я по поводу Вани. У нас тут журналисты были с камерами. Мы не знаем, что им отвечать. Но скажите им, что это их не касается. Да, но фактически... Мы несем ответственность за ребенка в то время, как юридическую ответственность несет Маргарита Сергеевна. Уважаемый, Маргарита Сергеевна не может сейчас забрать мальчика. Вы что, не понимаете, в какой она ситуации? Да, но ведь... Так, мы вам сами перезвоним. Все. Я... Всю жизнь отдала тебе, сынок. А теперь ты меня оставляешь одну. Мам, ну почему одну? За тобой будут ухаживать. И, в принципе, я уверен, что тебе здесь все понравится. Ну все, давай, у меня нет времени. Прощай. Все будет хорошо. Дай Бог тебе счастья, сынок. Пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сыграли сегодня влияет на Маргарита Сергеевна в комментариях? А где ваш сын? Отойдите, дайте пройти. Маргарита, скажите, каково это вернуть ребенка обратно в детдом? Совесть не мучает? Или у вас ее просто нет? Ну, почему же нет? Есть? Я потому и не забираю ребенка из детдома. Дело в том, что мальчику будет в детдоме намного уютнее, чем со мной. Нечестно было бы держать ребенка при себе только ради саморекламы, как советовал мне один бывший друг. С этим ребенком я поняла саму себя намного больше, чем за все прожитые годы. И оставляя мальчика в детдоме, я... делаю ему больше добра. И еще одному человеку. Его настоящей матери. Я очень рада, что она наконец-то заберет мальчика себе. Спасибо. Это все. Спасибо. Отойдите на пост. Дайте пройти. Все вопросы поставьте. Отойдите. Сколько это стоило? Вы отказываетесь от ребенка? Да.
Я от него отказываюсь. Мой юрист подготовит все необходимые документы. Скажите, а вам не стыдно? Вы знаете, кто вы? Вы эгоистка! Простите меня. Вот стерва! Мальчики, вот это не все построились. Осторожней! Мы усыновим мальчика, которого бросила известная актриса. Да. А вот наш Ванечка. Ванечка, познакомься. Это Елена Анатольевна, а это Александр Эдуардович. Посмотри, какие они тебе игрушки принесли. Ванечка, я надеюсь, мы подружимся. Он все время рисует. Так замечательно. Ванюш, а что ты нарисовал? Покажи. Это моя мама Зоя. И хватит мне приводить чужих мам. Понятно? Ну что ж, спасибо вам за работу. Спасибо. Прощайте. Я вас проведу. Она нам подходит идеально. Но мы не можем ее взять. Почему? Ну, потому что у нее сложился негативный имидж. Да кто читает эти журналы? 5% зрителей. Катя, 5% – это 100 тысяч человек. Давай с тобой умножим их на $3. Цена билета. 300 тысяч. Мы не можем так рисковать. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. А Вани здесь нет. А я знаю. Мне нужно, чтобы вы официально подписали отказ от моего сына. Я уже все подписала. Этим занимается мой юрист. Вот как. Спасибо. Угу. Я вам могу чем-то помочь? Нет. Спасибо. До свидания. Подождите. Я сейчас. Погодите. Вот. Возьмите, это вам. Да, получили. Отличный конструктор. Но Ваня любит рисовать. Я помню, помню. У него без конца заканчиваются краски и бумага. Об этом надо помнить. Я учту. А вообще-то, знаете, не звоните сюда больше. И забудьте о том, что Ваня у вас был. Его забирает другая семья. Да, я понимаю. Его мама забирает. Нет, нормальные люди. У его матери жилплощадь не отвечает требованиям. И вообще, не звоните сюда. Такси приехало. Идем. Идем. Люб, ну ты дождешься новых хозяев, хорошо? Да, хорошо. Конечно. Рит, может, все-таки останешься?
Да плюнь ты на всех. Поговорят, поговорят и отстанут. Нет, Люб, я уже решила. Рит, я с твоим врачом разговаривала. Зачем ты отказалась от лечения? Тебе сейчас за любую возможность нужно хвататься. А ты куда-то убегаешь, подумай хорошо. Если тебе денег не хватает из-за долгов Антона, скажи, я обязательно что-нибудь придумаю. Да хватит денег, Люб. Я так решила. Я так хочу. Рита, а ты понимаешь, что ты делаешь? Ты во всем отдаешь себе отчет. Как никогда. Я не прощаюсь. Я к тебе приеду. Хорошо, спасибо. Пока. Да-да, Маргарита Сергеевна. Хорошо, я все разузнаю и вам сообщу. Здрасте. Доброго здоровья. Доброго. Здравствуйте. Спасибо вам. Счастливо оставаться. Мы немножечко там прибрались, ну, чтоб порядок был. С тех пор же, как похоронили твою матушку. Да уж. Дом пустой-то, а в доме жить надо. Ты к нам надолго или так, погостить? Навсегда. Алло. Слушаю. Здравствуйте, Александр Петрович? Да, да. Это Маргарита Руднева. Маргарита Сергеевна? Да. Я вас слушаю. Вы знаете, я тщательно обдумала все, что вы сказали. Да, да. Я не буду делать операцию. Вам, конечно, решать, но я бы советовал все-таки... Нет, я все уже решила. Держитесь. Удачи вам. Спасибо. Рит, ты вот отдохни недельку-другую и возвращайся. Будем серьезно заниматься твоим здоровьем. Родители всегда хотели, чтобы я здесь, с ними жила. Но они понимали, что это невозможно. Я пересылала деньги, все обещала. Приеду, приеду. Приехала на похороны отца. А на утро и мамы не стало. Я была неблагодарной дочерью. Роль матери мне не удалась. Роль жены отобрали. Может, хоть роль отшельницы получится. Здравствуйте.
Вы нас... Здравствуйте. Вы нас вызывали? Проходите, проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Вот, меня уполномочили вам передать. Что это? Это документы на квартиру. Правообладателями являются Ерофеева Зоя и Ерофеев Иван. Пожалуйста. Это какая-то ошибка. Миш. Ну, можете считать это подарком от неизвестного. И я подготовил документы. И мы можем хоть сейчас поехать и забрать Ваню. Ну, Ритка. Детей надо беречь. Хорошо. Они как цветы. Синие. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Так я не поняла. Ерофеева, я же запретила. Одну секундочку. Я представитель власти и соблюдаю букву закона. У нас есть документы на усыновление мальчика. Какие документы? Пожалуйста. Где Ваня? Зоя. На игровой площадке. Спасибо. Зоя! Зоя! Зоя, я же к вам с симпатией относилась. Вроде как бы сочувствую. Ваня! Ерофеев! Ваня! Смотри, кто к тебе пришел. Мама! Ванька! Сынок! Мам! Мамочка! Ты мой! Я так по тебе скучал! И я по тебе. Мам, где ты была так долго? Я за тобой. Мамулечка! Мой хороший. Привет, Ваня. Ванечка, а ты меня не забудешь? Забуду. Мам. Идем. Идем. Мамочка, я тебя так люблю. И я тебя, сыночек. Вот вы все и увидели. Да. Квартиру тоже хотите посмотреть? Да нет, спасибо, не надо. Все, что пожелаете, Маргарита Сергеевна. Ну, тогда отвезите меня домой, пожалуйста. Конечно. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели вас поблагодарить. Вы много сделали для нас. И Миша передавал вам привет. Просил его простить за все. Я уже его простила. Главное, чтобы вы меня простили. Скажи, Рите Сергеевне, спасибо. Ваня. Не надо. Не заставляйте его, он не обязан. Спасибо, что пришли. До свидания. Прощайте. Вот, он мне сам так сказал.
Thank you.